Ребята, это второе видео. На прошлое видео, потому что она у меня не загрузилась. Может, до 12 дней она не загрузится. Короче, мы продолжаем. И в прошлый раз я снялась на этом. Мы, конечно, создаем пушки. Вот, смотрите. Чтобы начать игру, конечно, я потом... Выберем изи. Конечно, не идет. Я выберу... Минди. Изи давайте выберем. Медиум это вообще шишка. Так, дальше, ребята, мы, например, пихаем сюда вот эти вот пушечки. Ну, у меня они самые дешевые в моем инвентаре. Они вот самые дешевые. Я вулкан засунул. Я не хочу вулкан терять. Пушка драгоценная. Теперь делаем вот так. Ребята. Старт. И 90... Вот смотрите, вот. Вот где идут все цифры, где написано 50 и 28. Вот там есть сверху чат. Это проценты, которые я смогу выиграть. Дальше, чуть ниже этих цифр написано ТОЛ. И это сколько денег в этой игре. И, конечно, АВП-шка это я. И тут очень много процентов, потому что кто создает, тот и выигрывает. Того больше, точнее. И я выиграл! Ребята, я выиграл! Теперь идем смотреть, что я выиграл. Конечно, побольше ножей. Еще 9. Нифига себе. Вот это дроп. Че за идиотский дроп? Давайте вот эти подвинь. Кстати, ребят, я не расскажу вам, что это. Если, смотрите, вот рядом, например, вот эта вот пушечка, вы тыкаете на нее, потом тут написано «Делай», это просто продать, а вот это уже «Sell off». Это продать за те денежки. Продаем за денежки. Ну, если там вообще ноль стоит, конечно. Что? Что? 55 вилли, ребята. Вот, ноль денежек. Да, ножек, конечно, немного. Ничего, мы переходим к следующему. Что же я вам обещал-то? А, это я попозже чуть-чуть, ребят, нафармлю. Так, ребят, вот это. Смотрите, вот мы тыкаем. Ну, покажу. Мы тыкаем. Тут есть у нас такое кольцо, где написано X и 2. Потом коинфир. Дальше мы тыкаем на вот это. И мы ищем чуваков, и нажимаем на вот эти, вот, например, вот этот чувак. У него есть ножик. И вот эти вот пушки, где галочки, значит, что у меня они есть. Дальше мы тыкаем вот сюда, и, конечно, будем те штучки, которые... Да. Вулкан. Ладно. У меня, конечно, больше процентов, что я выиграю. Ну, погнали, ребят. Я террорист, а он КТ. Так, так, так. И, смотрите, ребят. Я выиграл его. Да. Ножики у него, ножик был. Вот это у меня пушки не было. Вы помните, да? Я выиграл его и мои. Мои и его. Такие дорогие пушки, ребята. Бог за моя мудрость. Ну, как я обещал, я вот на вот это подкоплю. А то еще глобал нужен. Скоро я тоже глобал подкоплю, а потом приду. Ну что, я сам запись и подкоплю здесь. Ну что, ребята, я подкопил. И теперь мы давайте вот это.
Короче, ребят, смотрите. Если мы накопим еще раз 250 опыта, ну это, конечно, я делать не буду, это я буду в следующем видео делать, когда буду снимать эту игру. Ну что, ребята, я сейчас объясню. Вот мы заходим на вот это вот, где написан изумруд и шор. Где нарисован изумруд, а ниже шпор. И мы можем вот так вот сделать. Смотрите. Открыть вот, да, вот так. И даже купить медузу. Ладно, шутка, мы не сможем купить медузу. Но мы, ребят, сможем купить вот эти вот штучки. Всякие. Да, ребята, и даже я хочу что-нибудь купить. Но я не знаю, что мне купить, что мне купить. Можно, ребят, даже купить глок. Вот, Жень, у меня все глоки есть. Опа. Ну, Драголор, конечно, нельзя купить. Но думаю, Кинг, это что за Кинг? Короче, мы, ребят, тыкаем само на вот это вот. Например, на вот это вот. И мы смотрим. Так, мы продаем, получается, нажимаем вот сюда и вот сюда, чтобы убрать. Мы нажимаем на зеленое. И... Так, стоп. Какой же там купил-то? А, и вот, ребята, сама эта эмочка. Ну что, ребята, я, по-моему, показал все, что тут только можно. В этой игре. А, нет, не все. Я забыл, что тут есть контракты. Сейчас опять накоплю оружие, и мы продолжим. Ну что, ребят, я подкопил оружие. И теперь смотрите, вот тут есть ячейки. Ну, конечно, красок тут нет даже. Да. Вот теперь, ребят, мы тыкаем на вот эту. Потому что здесь у меня оружие. И, ну, мне нужно, чтобы вот тут вот было раз. Потому что тут по три, это 9, и тут 1. Так, теперь мы вот это все вот так вот просто тыкаем, и все, теперь мы делаем контракт, нам выпадает ССГ за 9 рублей. Ну, она очень красивая, ребят, кому тоже нравится, напишите в комментариях. Где эта ССГ-шка? Ну, конечно, она очень мало стоит. А, всем бай-бай, а точнее хаю. Нет, еще не бай-бай. А, блин, нет, пускай подал. Ну что, ребята, всем бай-бай, а точнее хаю, хаю.